Мы с вами, друзья, находимся в магазине Whole Foods, в котором известный русско-американский блогер, голубоглазая блондинка и флоридски загорелая женщина Наталья хочет покушать супчику. Я просто настолько pleased, так скажем. Да. Мне очень приятно, да, что от нашей школы я могу пешком дойти до Whole Foods Store. Whole Foods Store. Это буквально 3 минуты пешком. Это мой самый любимый. В Орландо мне приходится ехать за 40 миль. Поскольку Силиконовая долина в целом место довольно дорогое, тут много людей, которые хорошо зарабатывают. Да. Здесь, я не хочу сказать, на каждом квартале по Whole Foods, но довольно много, и они тут еще их строят постоянно, и там они новые возникают. А мне надо такую штучку пробовать, суп не дают. Ложечку. Ну не ложечку, такие маленькие черпачочки. Так, вот здесь очень много такой как бы высококачественной, что ли, здоровой еды. В частности, вот у них кулинария всякая. И на что у нас и польстилась Наталья. Вот, видите, тут и рагу всякие. Это не дешевый магазин. Не дешевый. То есть не то, что вот, например, пошел на 3 копейки, там, покушал сильно. На 3 копейки не получится. Но в то же время и не безумно дорого. Вот Наталье дали пробную тарелку, такую, как назвать, чашечку. Тейл суп. Я даже чашечку. Не знаю, что это. Чей суп? Тейл? Кейл. А, кейл — это зеленое растение, оно безумно полезное. Оно или самое, или на втором месте по полезности зеленое такое растение. Так. Очень полезно. Что там такое беленькое вкусное? А ты мясное не хочешь, да? Вот там курочку, смотри. Ну, вообще, не знаю. Ну, как тебе кейл суп-то? Вот, так мало того, еще органического ухватило. Смотри, как она. Органик. Органик. Customer satisfaction. Да. Мало кто, друзья, узнает вот в том, что я показываю, знаменитого русско-американского блогера. Так, Наташа, повернись, я покажу тебя спереди во всей красе. Вот такая вот, да, по-флоридски экзотичная, можно сказать, тропическая женщина. Можно сказать, что тропическая? Ну, я в куртке, как бы, сегодня не тропическая я, но нарядная. Ну, вот и хорошо. Понедельник. Как понедельник? Четверг сегодня. У тебя сбилось у все. У меня вчера был выходной, поэтому я... Да, вчера был выходной. Ну, что он для меня сегодня четверг, да? Это как понедельник после среды. Мы, друзья, с Натальей пришли в такое место, где суши лежат. Они тут сами их делают. И есть даже такие вегетарианские, например. А как-то мне что-то не очень не нравится. Ну, я просто показал, я же не знаю. Ты пробовал сам? Я пробовал, я вегетарианские ел. Очень вкусно. Они тут не, опять не дешевые, это не такие суши, что там вот. Деньги нам не важны, ты же сам знаешь. Да, какие все, что нам деньги. Да. Понятно. Нам главное, чтобы было healthy. Healthy. Ну, посмотри, какой вот. Такой вот, смотри, с салмоном. Посмотри, какой красавчик. Где? Вот это. Вот с салмоном, вот это. Кто интересуется здоровой и вкусной, кстати, пищей. Это все без калорийно и без сахара. Шучу. Я сомневаюсь, что прямо уж без сахара, но уж сахар очень органический. Так вот, я подозреваю. Еще здесь можно купить, а еще здесь можно купить бездрожжевой хлеб. Бездрожжевой хлеб очень можно, хороший. Можно. Тут много чего можно. Громадное магазинище. Все, чего хочешь, можно. Вот тут на вес все продается, видите, $9 за фунт. Ну да. Я вот просто что хочу сказать. Когда мы жили в советской стране, мы не ценили, как легко и просто нам живется. Ну, видишь, одна единственная очередь там, допустим. Бывает вообще ни одной. Так ты отдыхаешь. А увидишь, одна единственная очередь, ты в нее тырк в эту очередь. Постоял там пару часов, с людьми поговорил, настроение хорошее, купил какой-то дефицит. А так, а все же дефицит, что big deal там. А сейчас видишь, что творится, не знаешь, что выбрать. Вот Наталья уже ходит минут 10, никак не может ничего выбрать. Значит, средиземноморская, ну или куриная тушенка, или тушеная курица. Как хотите, переводите. Нет. Вот этим счастьем у нас... Курица тушеная по средиземноморски. Ну, ты работала в общепите, тебе, может Нет. быть, лучше знать. В общем, короче, взяла Наталья вот этого в коробочку. Да. Что еще будешь брать? И какой-нибудь мне нужно гарнирчик. Гарнирчик к да. курочке. Я думаю, что картошка пюре, нет? Пюре. Ну, пюре это как-то по-нашему, но не healthy. Не healthy? Нет. Может быть, овощей тушеных?
Да, вот я и хочу. Давай. Друзья, абсолютно кошерная, органическая, бескалорийная, бескарбогидратная. Ох, не знаю. Безуглеводная, по-простому. Картошечка. Так? В белом соусе. В белом соусе. Из магазина правильного. О, поэтому она сразу вкусненько становится здоровой пищей. Угу. Да? Да. Смотри, юконская, золотая. Ну а потрета... что, картошечка, это же вегетабл тоже. Гратин. Короче, народ, вы поняли, что... Что у вас, ребята, в рюкзаках? Вот это вот у нас в рюкзаках. Вот эти бутылочки стоят свободненькие. Видите, они по 7 долларов. Но не пустая бутылочка, а вот мы сейчас в нее соку наберем. Давай. Да, Миша, как? Да, это я буду пить сок. Значит, вот мы наливаем. Вот они пошли, апельсины, мандаринчики, апельсинчики. Что там? Апельсинчики, только маленькие. Давай, 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 я снимаю. Я хочу посмотреть. Не, ну ты будешь уже видео смотреть. Ребята смотрят процесс. Вот как это все происходит. Надо сказать, что очень здорово выдавливает, мастерски. Вот они прям как спортлото какое-то, слушай. Да. Прям при нас и выдавили. За 7 долларов наливай полную. Послушай-ка, а здесь... Хватит. А здесь только с цитрусовый сок, например? Ну, в данном случае, ты же видишь автомат с цитрусовым. Я буду печь... Еще есть в магазине, может, какой-то автомат? Может, еще есть, но мы не будем мешать ерша делать. Без ерша.